Хорошее высказывание. Фаль-акидату рибатун ма'навийун ярбитуль муслима бираббих. Акида, вероубеждение, это духовная связь верующего человека с Богом. В этом контексте единобожие в вопросе акиды – это очень важная составляющая в исламе. Но единобожие современного интернета – это часто дикость и невежество. Если вы зайдете на некоторые странички, то там сплошные могилы, женщины в чадре с закрытыми глазами, мужчины с определенной стрижкой, длинной бородой. Все это как-то ненавистнически к миру, к людям. Будьте аккуратны. За красивыми словами, святыми словами, даже как единобожие, это ухид, в современных реалиях интернета часто скрывают паразитизм, лень, ненависть к другим, фанатизм, а порой даже преступность. Так что пусть на ваших духовных, религиозных чувствах не играют те, кто в итоге может вас превратить не только в земную обитель, но и в вечности, в дрова ада, а не рая, которые они вам обещают.